Две страны, которым принадлежит львиная доля всего ядерного оружия в мире, согласились на треть сократить свой арсенал. Рубль падает, доллар растет. Россия вступила в ВТО. Как повлияет на нашу экономику? Что делать? С кем это можно обсудить? Нет. Точно! Вот решение проблемы! Я не могу больше жить, пока такое творится в моей стране. Стой, не прыгай! Вступай в наш политический клуб! Я больше не могу жить по этим законам. Стой, не делай этого! Вступай в наш политический клуб! Хорошо, я пошел.